Всем привет, друзья, с вами снова Викс. Продолжаю строить свой завод. Протянул, как я обещал в прошлой серии, сделать конвейерные линии. Подвел 4 ресурса. Это металл, получается, медь, уголь и камни или что там. Что-то подобное на камни, похожее для цемента. Подключил основные станки, кроме... А, не, медный тоже подключил, но он пока не работает, да? А, не, он работает, все нормально. О, вот, протянул линии. Подключил первым делом линию по производству стальных балок. Потому что... Стальные же балки, да? Да. Потому что они мне нужны сейчас в большом количестве на конвейерные ленты. Поэтому первым делом, естественно, их я поднял. Вот. Где они делаются? Вот они. Сейчас нужно будет их усилить. Усилить их и усилить производство остальных этих самых слитков. Вот. Этим сейчас я, собственно, и займусь. Металл вроде пока хватает. Если какой-то из ресурсов будет проседать, то тогда я, ну, например, металл будет проседать, да, то тогда я подведу еще одну линию, там вполне можно. У меня по 3 линиям идет металл, соответственно, 3 линии можно сюда наверх поднять. Я думаю, 3 линий, ну, в принципе, должно хватить. Если не хватит, то тогда уже буду думать, что и как делать, если что, усиливать их усилителями и так далее. Ну, я думаю, пока хватит. На все вот это, а если до этого хватало, то должно хватать. Просто пропускная способность, возможно, как я говорю, может не хватить пропускной способности конвейеров. Тогда нужно будет уже поднимать следующие балки, но это еще поднимать производство. Сейчас нужно линии протянуть. Точнее, даже не протянуть линии, а усилить станки. Это, во-первых, надо станок усилить. А вот этот по производству стальных слитков. Вот они мне идут тут по ленте. То есть поставить еще 2 станка. Собственно, это и я сделал. Точнее, даже 2 печки литейных. Друг, даже не печки, 2 литейных. У меня с цементом проблемы. Сейчас эту проблему я порешаю. В ящичке есть заначка. Так, ну все, можно оставить литейную. Где она? Вот она. Так. Оп. Прям впритык понатыкаю. На все. Сколько хватит. Ну, 4 пока хватит. Если нужно, будет еще подниму. Так, как залезть на нее? Все, залез. Так, ну, собственно, металл пошел. Конвейерный соединитель, нет, извитритель нужен. И вообще, я залез на нее. Так, мне нужно будет отсюда ее тащить. Где центр? Центр, вот он. А, ну, вдоль вот этой. То есть, вот так вот и наверх. Так, проблема в том, что может не влезть. Не влезает, нормас. Так, стальной слиток. И где-то кабель. Сразу подключу. Так, пошла жара? Пошла. Так, ну и выгрузку. Выгрузку сделаю. Главное не перепутать. Это будет смерти подобно. Все. Вот еще одна работает. Да, и сразу нагрузочка пошла на сеть. Но электричества должно хватить. Если не будет хватать, то там можно удобно расширить. Хотя сейчас это будет проблематично, так не хватает ресурсов. Например, компьютеров. Так что это не так и легко будет. Придется вручную их делать. Я, по-моему, все станки посломал. Ну, почти посломал.
Так, конвейерный разветвитель, да? Нет, да. Это вверх. Вот сюда вот вниз вот такой надо поставить. Потом я это усилю более скоростными вещами. Пока и такие хватит. Ага, а тут видите, как она не очень красиво получается. Вот тебе должно быть по красоте. Все равно. Чё тебе не хватает? О, пошла жара. Стальной слиток. Пошел. Так, а тут этот столб. Не, столб нормально не мешается. Одна конвейерный соединитель. Мимо. Все. Так, нужно сразу и тут соединитель поставить. Мне нужен что? Что, чтобы хватало металла? На все мои приблуды. Все, так, сразу поставлю стальной слиток. Ну давай, поглощай. Друг. Опа. Где вход? Так, нормально же будет. Этот идеально вошел. Этот не идеально. Не, стоп, сломать пока не буду вот этот. Тебе должно быть просто идеально. И чё ты не поставился? Мразота. Все. Вот теперь 4 станка долбят нам эту стальные слитки. И они должны идти сейчас просто шикарно. Ну, еще, кстати, есть на конвейере место, на самом деле. Еще как минимум на 2 или 3 даже остальных производства. Так, опс, не так. Так, отвлекли. Ну, я думаю, надо еще продлить. И сделать еще, все-таки поставить сразу, чтобы она прям сплошным потоком шло производство. Поэтому принимаю решение продлить весь процесс. И еще поставить несколько станков. Надеюсь, мне хватит всего. А, я могу еще 2 поставить. И кончатся эти. Забыл, как называется. Каркасы. Стальные. Так, вот тут где-то должен висеть, да? Так что ли? Так, разветвитель. Так, если сделаю, нормально будет. Даже, мне кажется, можно поближе сюда поставить. Так вот, только нужно заново переделать. О. Так, ну и верхний поставить. Не мешает, не мешает верхний поставить. Где тут вход-то? Так, электричество он не подключен, да? Не запитан. Сколько тут уже висит? Не будем рисковать, сделаем еще один. Так, только вот так тут. Вот и все. Так, и еще сюда. Так, тут пошел процесс. Что с углем? Уголь не пробивает, что ли? Возможно, кстати. Есть такой
Вариант. Возможно, уголь весь сжирается теми плавилками. Да. Тут не доходит. Нужно, во-первых, усиливать и ускорять уголь. Ну, это дело потом сделаем. Потом усилением я буду заниматься отдельно. Не знаю, на видео это буду снимать. Или буду пробовать разные варианты и подходы. Пока давайте решим вопрос сначала с печками. Будет возможность? Будут. Не будет, не будут. Так, мимо. Так, ну все, тебе надо вывод сделать. Всего этого добра сюда. Блин, а ты не можешь мешаться? Давай, где? Вот столб не мешается. Ладно. Подключаем к выводу. Нормально. Так, ну и вот этот. Держи. Все. Пошла жара. Посмотрим, как идут теперь. Ну, не сплошняком угля. Угля, вот видите, уже угля не хватает. То есть нужно еще линию угля делать. Ну, либо эту линию усилить. То есть прикачать конвейером четвертого уровня, во-первых. Вот. И, возможно, смутные сомнения терзают, что копалка стоит первого уровня. Хотя, наверное, должна быть второго. Ну, слитки делают. Слитки делаются. Давайте посмотрим, как они заходят на нужный нам станочек. Вот видите, минус большого завода в том, что конвейерные ленты могут не пробивать скорость-то. Да, нормально. Она устаканилась, но тут просто один как бы станок делает, поэтому, поэтому, собственно, и нормально. Если я поставлю второй станок, то будет уже ненормально. А я его поставлю. Я поставлю еще три конструктора. Может даже побольше. Вот такой вот я щедрый. 4 поставлю пока. Ну и потом, если нужно будет, я буду, естественно, усиливать их. По возможности. Еще потом ставить. Пока 4, я думаю. Мне для конвейерных лент должно хватить эти уровни. Так, конвейерный соединитель, умный разветвитель, конвейерный разветвитель. Разветвитель, конечно. И вот сюда его повесить. Такс. Это соединитель. Это не то, что надо. Надо, наверное, забиндить его. Чтобы не лазить. Давайте девятка и восьмерка. Точнее даже... А, ну все правильно. Восьмерка это что? Это соединитель. А, ну ладно. Пускай так. Все. Так, значит, получается, ты делаешь на вот эту вот штуку. И ты делаешь стальные балки. Стальные балки. Так, и, естественно, балочки теперь сюда, на соединители. Буду забивать ящик, который там стоит в конце. Пока, так как склад у меня внизу будет, я потом ящик переделаю. А пока временно я поставил ящик тут, на этом заводе, потому что, ну, некогда там заморачиваться. Надо, чтобы уже все работало. Так, ну вот. Значится, балки пошли. И уже очень даже неплохо пошли. 4 станка делают балки. На этого станка не приходит, конечно. Стальные слитки. Ну, нормально.
Зато, видите, сами видите, они идут по конвейерной ленте Кругаля. То есть они так будут теперь вращаться по этой ленте. И я с ленты могу для любого производства просто взять и вести. Какой-то косяк я вижу. Щенок как-то криво стоит. Да и... А, это слишком близко стоит, нифига себе. Я вас так увижу. Ну ладно, пускай пока так стоит. Так, ну нормально. Можно тебе теперь проверить этот. Как тут идут? Сколько уже набилось остальных слитков? Потому что, как вы видите, конвейерные ленты очень длинные, и мне нужно очень много будет остальных слитков. Сейчас только на одни эти ленты. Я молчу уже про остальное. Вот, я тут поставил такой ящик по центру. И сюда будут складываться остальные слитки теперь. Ну и дальше они будут так же по конвейерной ленте идти и кругаля вдоль завода вращаться. Потому что остальные слитки нужны на железобетонные балки. Поэтому их тоже зациклю кругом. Вот, и будут они делаться. Так, ну и сейчас следующее, что надо сделать? Остальные слитки я сделал. Следующий по плану... Ой, не то делаю. Следующий по плану... Это что я хотел-то следующий делать. А, ну, производство железных слитков и так и т.д. и т.п. наладить. То есть обыкновенные слитки сейчас делаю. Подниму, так сказать. Да, елки-палки, где-то там. Не вижу. Мимо. О, хей-хей-хей. Так. Ну, давайте пойду, наверное, дальше по порядку, в принципе-то. Буду делать остальное. Потому что мне что-то прям такое сверхъестественное срочно не нужно больше, кроме вот этого. Так что пойду делать. Так, ну я, наверное, паузу нажму. Тут дальше скучная будет монотонная рутина. То есть подбежал, поставил стойки конвейерные и подвел линию. И так миллиард раз. Заметьте, все эти идут. А что это такое? Это медь? Да. Или нет, что это такое? Да, медленно, да. Вот, все идут в одну сторону, то есть доставляться товары все будут вот оттуда, вот туда. Ну, это для понимания, что, чтобы не было, например, отсюда сюда товар, чтобы не шел. Будет вот так вот, тупо по кругу, и это будет легче для понимания. Уже будет видно, что вот туда идет, например, что-то идет, что-то не идет. Такой, опа, пошел, посмотрел, где что не идет, где чего не хватает, где что остановилось там и так далее. Для понимания это будет крайне лучше и удобней. Потому что я делал этот завод на удобство. Итак, ребятушки, я кое-как закончил делать эти самые, как называть там, конвейерные ленты. Как вы видите, полностью до конца я сделал конвейерные ленты для всех типов продукции и для всех станков. Металл весь сжирается. В принципе, одной только печкой сжирается, прикиньте. Я молчу, как он будет другой сжираться.
Странно, что он идет. Он же идет по кругу, должен как-то это. А, он уходит с той конвейерной ленты туда. Думаю, почему по одному идет? Понятно. Не пробивайшен. Не пробивает, в общем, линия. Надо две линии делать на металл, а то и три. Ну, у меня подходит три линии, так что буду три развивать. Итак, следующее, что у нас делается? Медные эти самые делаются. Медные слитки. Тут что? Катерийная руда. Так, ну ладно, это потом я сделаю. Так, медь. Тут нужны слитки. Слитки. Обыкновенные слитки нужны для железных пластин. Слитки. Где они идут-то? Если они вообще идут. А они, по-моему, вообще не идут-то у меня. Никак. Или... А, они идут. Чуть сам себя не обманул. Вот они, значит, слитки идут. Так, тут идут эти самые. Давайте их допетляем. И слитки. Ага, тут уже косяки. Так, это уголь из железа идет, да? Получается. Давайте пока сниму. Видите, вот проблема такого подхода в чем? Слишком, может быть, это все запутано. Может не встать в итоге. Посмотрим. Сейчас встанет. Встает. Тем не менее, это встает. Так, это у нас уголь и металл. Ой, не то, не то, не то, не то. Ну, девятка, давай. Ну, не, в принципе, нормас. Идет, идет, все. Металл будет поступать. Металл же и уголь. Все, все нормас. Все поступает, все как надо. Уходит быстро. Не набивается. И тут уже не набивается. Ну, ладно. Не страшно. Так, слитки, главное, я запихнул. А, что тут не так-то? А, тут не так то, что она идет не так. Что-то не так. Раз она идет по нижней, значит, она и должна идти по нижней. А не как-то еще. Иначе будет разброд и шатание. Так, ну, с углем понятно, он как идет. Так, вот эти вот идут, значит, вот так вот. Давайте. Такс. Ой, а тут как? Трубу придется как-то выносить, наверное. Ну ладно, пока особо не нужны они мне в кольцо. Чуть попозже тогда закольцую. Подумаю, как это сделать. Так, катерийная руда, а тут что? Слитки, да? А где тогда были? Непонятно. Вот тут, что ли? Да. То есть тут нужны металлические эти самые слитки. Так, оно есть. А слитки, слитки. На какой вы это самое стоите? Давайте посмотрим. Так, только чтобы мне это не лохануться опять. Опа! Так, на этой. Мне нужно подать слитки вот сюда. А, ну все понятно. Вот это же. Ага, только не вот эту. Девятую. И вот так. И столбик. Столбик обязательно сюда. У нас примерно стоят столбики-то. А, вон вижу. Только столбик крутой. А, и я не так поставил, кстати.
И вообще, да, вот так. Так. Где столб? Вот по этой линии. Все, пошли железные пластины делаться. Вот тебе нормас пойдет. Пойдет жара. Так, дальше. Тут я почему бегаю, тут пока не почему. Вот тут что? Соответственно, еще нужны железные пластинки. Отсюда смогу спокойно дотянуть. Да, в принципе. Не хватило, не хватило кое-чего. Ну, это не проблема. Так, это не то. Блин, их мало. Придется бечь кое-куда. Где машинка? Машинку потерял. Там, наверное, оставил где-то. Или тут она? Не вижу. Ну, придется пешком бежать. Видите, какая большая работа проведена. На самом деле. Так, вон ящичек вижу. Надо бежать до того ящичка и взять накопившиеся стальные балки для конвейеров третьего уровня. Ну, конвейеры третьего уровня очень непрактичны. На самом деле офигенные четвертого уровня конвейеры. Мне очень нравятся. Они все пробивают, скорость держат, большие потоки ресурсов тоже держат. Очень такие прикольные на самом деле. Но они дорогие, то есть нужны железобетонные балки. В принципе, можно уже поднимать производство железобетонных балок. Ну, хотелось бы сразу большое. Вот, чтобы сразу потом и усиливать. Поэтому пока я буду поднимать это, пока подниму вообще стандартное производство всего и вся. Вот, а потом уже займусь тогда железобетонными балками, потому что внизу нужно разобрать производство будет. Но у меня сейчас не разобрано. Так, вот эта вот штука вот сюда. Ну и, естественно, кабель. Как-то стоянно она... Этот самый стоит. Ну ладно. Вот этот поставлю столб. Так. Итого, начали железные прутки делаться. Так, из железных прутков шестеренки. Прутков нету, надо зациклить. Есть зато из медных... Этих делаются... ну, поняли. Медные листы. В общем, нужны прутки еще и... Медные эти... Медные пластины сделать. Так, а что еще у меня сделано? Ну и железо... Вроде, дайте посмотрю еще. Из железа больше ничего не делается. Ну, тут эти... Стальные балки... А, кстати, остальные трубы... Трубы, да. Стальные трубы можно, кстати, бомбануть. Во, нашел. Нашел, что можно забомбить. Так, соответственно, ставим вот эту штуку сюда. Ну, там придется, наверное, переделывать все это и по 100 раз снимать. Ну, такова наша участь. Так, во, теперь еще стальные трубы пойдут делаться. Это круто. Так, ну это нужно подвести. Катухи потом тоже нужно будет выводить, подводить. Ну, катерийные катухи пока нету. Катерийные руды, это тоже руды нету. Это я буду доставлять уже поездом. А это делается, и делается, и накапливается, уходит. Мало, кстати, цемента делается. Мне кажется, можно больше сделать. Да, давайте сразу их ставлю. Потом еще что цемент толкнем. Сразу несколько станочков пиндюрю. Их нужно много будет, потому что нужны будут как на цемент, так и на железобетонные балки.
Поэтому надо сразу и поставить станков. Че, у меня хватает ресурсов на них. Так что почему бы и не поставить? Сейчас только я вот так вот сделаю. Массово. Сколько будет жрать, столько будет жрать, ради бога. Моне как бы не жалко. Опа. Опа. К сожалению, они не подключены. Сейчас надо будет их удалить и заново поставить. Ну ладно. Зато так быстрее получается. И сразу большое количество станков можно сделать. Вот, а теперь их надо убрать все. Ах, не тормози. Не тормози, сникерсни. Все, вот, вот тебя можно ставить. Как железобетонные балки появятся уже в большом количестве, тогда можно будет поднять производство. Ой, точнее, производство. Тогда можно будет просто тупо пройтись и целый ряд станков и конвейерных, точнее, ну, да, конвейерных лент и вертикальных, и горизонтальных можно сразу будет улучшать. Так, сколько тут у нас? 4. 5, 6. Все, 7 куда-то надо сюда ставить. Походу. Сюда же пойдет. Такс. Пока я не поставил, там делается этот самый цемент, потому что он сейчас пойдет по конвейерной ленте и будет мне набиваться в инвентарь. Мне это как бы не очень надо. Сначала нужно поставить делители вот эти вот все, чтобы на конвейерную ленту складывалось. Такс. Ништяк. Вот тебя можно удалить и заново поставить. Двойная работа получается. Ну а по-другому они не цепляются. Цеплялись бы они сразу. Было проще. Но разработчики такого не предусмотрели. Чтобы четко она зацепилась такая. Оп. Сейчас жрать будет, наверное, энергии. Как не в себя. Ну и все, тебе можно выбирать цемент. Еще пойдет жара. Сколько будет делать, столько будет делаться. Че? Мне как бы не без разницы. Все, давайте посмотрим. Насколько пробивает. Ну, она до конца не пробьет, конечно, эта линия. Да, вот. Вот до этого станка 4 станка сжирает. А чего не этот самый не запитан? Ух ты, косяк, пацаны. Один станок не запитал. Значит, этот кабель надо рубануть. Что-то не получается навестись на него. Вот. Оп, готово. Не, вот от этого столба. Так, где получается у нас не работает вот это, да? Не страшно, тут еще столбик есть. Да, до последнего она не будет доходить, вот только половину. Ну, до этого дошла и сожрала. Ну, пофиг. Не столь важно, не столь важно.
Идет, кстати, они на неполным потоком. Можно там будет усилить еще. Вот. Так, а что это корявая какая-то стоит? Надо? А, эту неправильно сделал. Потому что... Ну, ладно. Переделаем. Так. Цемент теперь, цените, как идет. Опа. Ништяк вообще идет, кстати. Много-много-много цемента. Ну, должен идти вообще сплошной линией. Не, чтобы вот этих пробелов не было. Тогда это будет очень-очень ок. Ящик так, таким макаем, ящик быстро забьется. Так, ну и что? Что у нас тут? Камень есть, да? Получается, камень. Нужно вот так вот сделать. Так, и поставить вот сюда. Сюда вот так, наверное, да? И излишки камня пускай уходят на обратно. Так, это я сделал. Теперь нужно ящик с трубами сделать. А что тут у нас? Ничего не идет. А тут эти идут. Слитки или что это такое? Да, слитки. Ну, тут можно просто окольцевать. Вот так вот поставить. Например, с этой стороны ящик обойти. И скидывать слитки, получается, вот сюда, да? Из-за лишних. Лишние скинем. Ну вот, все пошло. Он там скидываются лишние слитки. О, косяк, пацаны, косяк, косяк. Почему, а почему так? Ага, она идет сюда. Хрень какая-то. Почему, где косяк? Так, тут идет правильное производство. Железные эти самые сюда идут. Жесть какая-то. Ой, я накосячил. О, вот это вот косяк вообще. Залет полнейший. Так, железные слитки. Так, надо искать, откуда идет. И есть вот такой конвейер. Чтобы это убрать с полосы. Умный конвейер. Нужна вот эта вот штука. Сейчас поправим. Не понял, конечно, откуда косяк идет. Что-то вообще непонятно. Железные эти самые идут. Бля, как вы идете-то? Там что-то где-то напортачил. Или что? Ну, жесткий косяк, конечно, идет. Это вообще жесть. Сейчас буду исправлять. Так, значит, вот эти вот. А, и они, получается, сейчас забились и все. А где же она накосячилась-то? Эти идут штуки. Так, тут, скорее всего, там где-то они стыкуются с этими. Бля, да, вот тут, наверное, в конце, когда я проводил. Да, и они, походу... Вот они. Вот он косяк где. Вот он и нашел косяк. Ладно. Как же это все теперь исправить-то, ё-моё. Так, ну надо идти за этой штукой. А хотя не, подождите. Я могу ее сделать тут? Ну-ка, верстачок поставлю. Где-нибудь вот тут вот. Пока. И вот эту... Да, могу. Сделать. Мне нужно просто один этот поставить. Сейчас умный разветвитель. Так, и понять, где делаются, где балки. Так, это не то. Это тоже не то. Надо, походу, поверху бежать. Да, вот это я косякнул. Вот он.
Так, сейчас поставлю умный делитель. Где он? И почистим. Так, и поставлю пока маленький ящик можно поставить. Так, и что не указано? Порт входа. Так, и что сюда будет входить? Где эти балки? Железобетонные. Не вижу. Вот она, стальная балка. Порт выхода, остальная балка. Так, и там все встало, потому что эта хрень не работает. Потому что забилось все. Так, давайте мы вручную тогда все это почистим. Так, а это не работает, потому что там этот в конвейере теперь всякая чушь забилась. Надо тогда, знаете, что сделать? С первого конвейера, вот с этого. А, порт входа. Вот эти, то есть, не пролазят, да? Центральный порт. И где? Не вижу железобетонных слитков. Остальные слитки. А, остальные слиток. Центральный. Так? Все равно не идет. Левый порт входа. Так, получается, это центральный. Ну вот он, центральный. Левый. Правый. Выхода. А если вот так вот. Ну да забыть. Я, кстати, первый раз это с конвейером разбираюсь с этим. Нифига. Там сейчас стальная эта самая стоит. Давайте попробуем. Не хотит. Хоть убей. Что-то не работает. Как его сделать, чтобы он работал? Хотел поделить, чтобы это слитки отделялись и все. О, пошло. Ушел. Так, правый получается. Правый, правый. Мне нужно вправо отделять. Вот так вот. Так, окей, все. Вот теперь можно вот тут вот почистить. Ну, что-то не ставить это. Да, я парс это. Вот тебе пошло. Отлично. Кстати, держись еще слитков. Так, сейчас я все почищу. Ну и все, и не должны они попадать. А, они еще трубы сейчас похерят. Подстава-то. Так, ну тут сейчас должно очищаться, по идее. Да, пошло. Ну, само собой. Не идет. Так, и трубы.
Где трубы были-то? Вот тут, по-моему, да? Да, вот на трубах тоже косяк. А, я на той скидываю, да? А вот это нет. Тогда давайте такой же конвейер поставлю на этой фигне. Умный разветвитель, да? Да, только у меня нету этой фигни. Сейчас, секунду. Нужно еще одну сделать. Вот, и, пожалуйста, можно разделять разные потоки. Ой, хоть это, попрактиковался, конечно, на косяке. Ну, такая практика получается. Сейчас я поправлю, главное, все. Ага, мерзкие лаги. Так, умный разветвитель. Получается, вот тут надо его поставить. Сразу поставим центр. Это будет фигня. Опять не вижу, где эти слитки тупые. Где-то внизу были, по-моему, да? Да, стальной слиток. Так, тут получается стальная балка. Стальная балка. Так. Выходишь сюда. Сейчас я ящичек поставлю, чтобы чистилось в ящичек. Потом просто все удалю. Это не проблема. Так, теперь тут надо почистить обязательно. А, тут она почистилась, да? Ушла. Ну окей, все, теперь тут только почистить и все. Так, ну она опять не едет. А, тут, походу, нужно еще и вторую, да? Все, пошло. Там насколько уж забилось. Бля, ей обязательно надо, кстати, чтобы это вторую. Ничего. Во. Так вот будет правильнее. И там, наверное, встала и тоже из-за этой фигни. То есть, право. Стальная балка. Ничего. Вот, вот так вот. Так, я думаю, будет правильнее. Во. Все. Ну и все. Теперь, как она должно быть, оно работает. Сейчас полностью конвейерная лента почистится. Нормас. Да, закосячило, видали? Вот не на ту пустишь, и все, и проблема. Но, как вы видели сами на видео теперь, как можно почистить конвейерную ленту от не того ресурса. То есть ставите умный делитель. И, собственно, направляете потоки туда, куда вам надо. Кстати, а такая вот фишка с умным делителем мне понравилась. Можно поставить разные. На разные ленты по одному конвейеру. Да нет, так не приканает. Тут одна линия не пробивает, а то я буду пускать 3 ресурса или 4. Ой, точнее, 2 или 3 ресурса. Одна-то не вытягивает. Нет, так-то не пойдет. Ну вот, вот уже нормально все работает, собственно. Останется поднять остальные производства. Сложить это все в ящички. Ну и идти разбирать нижний завод, потому что уже основные производства будут делаться. То, что мне надо. То есть мне нужен цемент, железные пластинки и железные прутки. Потом, что мне нужно? Стальные балки для конвейеров. Ну и все. Больше мне ничего не нужно. Это я присматриваюсь для второго завода. То есть нужно будет на втором этаже, точнее на третьем этаже, поднимать ассемблеры. У меня эти катухи есть. И очень много запасено. Кабеля тоже есть. Ну, кстати, производство тоже нужно будет поднять кабелей на всякий случай. Вот.
И эти пластины укрепленные тоже железные есть. Так что для ассемблеров у меня все есть. В большом количестве мне хватит, чтобы хотя бы несколько ассемблеров поставить. Буду, соответственно, уже делать третий этаж, но это чуть позже. И, скорее всего, за кадром, потому что, ну, что тут интересного, смотреть, как человек делает целый этаж, просто тупо, как это самый, блоки эти, точнее, как их называют, да, я просто, фундамент расставлю. Я думаю, не очень это интересно. Вот, ну вот такой вот завод, собственно, получился. За кадром я все сделаю, усилю его, естественно, поставлю больше станков, сзади поставлю, в конце конвейерных лент поставлю ящички, чтобы это все добро мое складывалось. Ну и по возможности усилю, возможно, железо, потому что не хватает, сами видели. И меди, возможно, тоже будет не хватать, тоже нужно будет усилить. Но уголь я никак не смогу усилить, пока поезда не прокачаю. Вот. Ну, в принципе, работает. По электричеству, интересно, сколько она жрет? Ну-ка, сюда кабель иди. Можно поставить где-нибудь. По электричеству нормально, но у меня 200. Ну, я думаю, мне электричества хватит. Если надо будет, я сгоняю, еще вот тогда поставлю. А, хотя, не смогу поставить, там уже на компы. Ну тогда сильно не буду это расширяться. Сделаю хотя бы, чтобы один по одному станку работали. Потому что если я сильно разожрусь, и это все будет работать, я сяду по электричеству, а сделать его никак нельзя, не получится. Вот. Второй этаж, нужно тебе определиться с высотой вот этого этажа, второго этажа, и насколько высокий третий делать этаж. Я думаю, еще линию сделать. Все же. Не нормас. И можно, наверное, будет начинать делать фундамент. Кстати, почему у меня тут окон нету? Должны быть окошки. Вот так вот. Ну и, собственно, фундамент начинать бомбить. Так, ступеньки, где ступеньки? Лестничный пролет. Опа. Опа. Я вы на высоте. И я на вершине мира. Ну вот так вот оно, наверное, и будет у меня. Вот второй этаж. Я уже выше водопада стал, прикиньте. Ну все, я разберу добро. Но второй этаж нужно будет большой делать, кстати. Очень большой. Потому как ассемблер занимает очень много места. Ну, а потом еще и изготовители. Это вообще бандурина занимает колоссальное количество места. Ну, в принципе, будет сделано по такому же принципу, как и вот этот этаж с первыми производствами. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Если есть какие-то вопросы, пишите. Как обычно, не забывайте ставить лайк под видео. Подписаться на наш канал, если не подписаны. Ну и если есть желание, можете зайти на наш сайт и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, друзья, и всем пока.